Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – про красу. Власно, про красу театральну. Адже минулий театральний рік і перспективи на наступний рік. Ми будемо про це сьогодні розмовляти з нашими гостями. Керівником літературно-драматургічної частини і актрисою Миколаївського художнього академічного Руського театру Мариною Васильєвою і режисером-постановником Миколаївського художнього академічного Руського театру Василем Цимбалом. Друзья мои, здравствуйте. Здравствуйте. Совершенно так, с колес в эфир. Я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и наши гости практически с колес впрыгнули в наш эфир. Но это делает, создает пикантность ситуации, правда? Друзья мои, спасибо большое, что, несмотря ни на что, вы приехали к нам в студию. Вы всегда – это праздник, это красота и это энергия, которой так необходима сегодня. Я имею в виду положительная энергия. Мариночка, как-то незаметно пролетает время, но театр не стоит на месте, как и не стоит на месте жизнь. Итак, я сказала, что мы будем говорить о театральном сезоне, который был, правильно я сказала? Ну, скажем так, театральный год. Театральный год. Потому как сейчас такое время, что невозможно, да, говорить не об этом полноценном сезоне, а о предыдущем, как бы... Невозможно говорить очень... «был». Да, вот сложно определить, поэтому мы будем говорить все-таки о театральном годе. Хотя это непривычно для нашего зрителя, потому что мы, как правило, говорим о сезоне театральном. Да, вы знаете, он открывается в октябре и, как правило, закрывается в мае-июне. Но сейчас тема немножечко другая – театральный год. То есть это половина предыдущего сезона и часть вот того, который идет. Что хочется сказать об этом театральном годе? Он был насыщен событиями, и это прекрасно. Вы знаете, наш театр – это всегда такое вот движение, движение вперед, всегда новые и новые премьеры, новые и новые культурные события. Я думаю, что наш зритель с нами не скучает и никогда не заскучает. Хочется сказать в первую очередь о премьерах. Премьер спектаклей – если мы говорим о спектаклях, было 9. 9 премьер. Это много. Это достаточно много. Да, достаточно, да. Хочется сказать, что для сравнения за прошлый театральный сезон, если говорить о сезоне, мы выпустили 11 премьер. За театральный год премьер 9 спектаклей, 2 такие большие программы театрализованные были. Одна из них для детей, «Веселые нотки», другая к празднику 8 марта для женщин. Мы готовили такую очень особенную, очень интересную программу. И 9 спектаклей. Что такое эти 9 спектаклей? Конечно же, мы стараемся всегда дарить зрителю те темы для беседы, для диалога, которые его волнуют. Скажем прямо, время сейчас непростое, и поэтому мы избрали 2 таких основных направления. А – направление, которое должно помогать нашему зрителю отдыхать, освобождаться от стрессов, получать исключительно позитивные эмоции. Это очень важно, очень, Мариночка. Таким образом, театр как бы отвлекает от будущих проблем. Это одно направление. Я бы даже направление... Он заряжает и дает силы для того, чтобы преодолевать эти проблемы. Да, согласна. Направление другое. Те темы, о которых сегодня просто невозможно говорить, это остросоциальные темы, политической направленности в том числе. Мы выпустили в этом направлении 3 спектакля. Это спектакль «Вы знаете, дракон» поставил наш художественный руководитель Николай Антонович Кравченко, заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный деятель искусств России. Это спектакль, который стал лучшим на театральном фестивале «Homo Ludens». Единогласно критики проголосовали за то, чтобы первый и лучший диплом получил именно этот спектакль. Опять-таки, по словам театральных критиков, известных и в нашей стране, и за рубежом, этот спектакль стал ярким культурным событием не только в Николаеве, но и Украины в целом. Это правда. И мы, конечно же, есть такая надежда, есть такое желание с этим спектаклем побывать, ну, как минимум, в столице нашего государства. Также в начале года был создан спектакль на военно-патриотическую тематику «Несовместимы дети и война». Опять-таки, это
спектакль нашего художественного руководителя Николая Антоновича Кравченко. В этом спектакле мы говорили о тех детях, которые страдают в связи с военными действиями, которые происходят по всему земному шару. Не только сегодня. Война для ребенка в первую очередь – это плохо. И еще один спектакль, о котором хотелось бы сказать, но я думаю, больше о нем скажет Василий Алексеевич Цимбал, наш режиссер. Это спектакль в его постановке «Карл Чапек. Мать». Ух ты, Василий, да. «Карл Чапек. Мать». Да. Будьте добры. Ну, хорошо. Что ж это за Карл Чапек, мать? Ну, мы все знаем Карла Чапека как человека, всегда занимавшего очень активную гражданскую позицию, человека, который всегда придерживался антивоенной позиции во многом, и всегда в его драматургии присутствуют очень серьезные темы. Вот, и, на мой взгляд, темы очень актуальны в сегодняшней нашей жизни. Вот поэтому, подбирая этот материал, нам очень хотелось, чтобы наш николаевский зритель мог увидеть, прочувствовать, так сказать, и быть соучастником того материала, который Карл Чапек написал. Пьеса «Мать» была поставлена много раз на различных сценах мировых, то есть и в Европе она очень активно шла, вот, и у нас она довольно активно ставилась в разные периоды времени. Вот. Тема сложная, тема очень важная, тема матери прежде всего. О чем мы говорим? Мы говорим этим спектаклем о сложнейшей и тяжелейшей судьбе матерей, которые вынуждены так или иначе терять жизни своих сыновей, своих мужей в различных конфликтах на нашей планете. И каково это матери, и какова судьба этой матери, и какова может быть ее в данном случае жизненная позиция, и что-то сказать она может прочувствовать. И мне бы очень хотелось, чтобы те зрители, которые видят этот спектакль, чтобы они увидели все это, то, так сказать, прочувствовали все это, тем более, что главную роль в спектакле, роль матери исполняет Лидия Григорьевна Гашинская, заслуженная артистка Украины, блистательная актриса нашего театра. Вот, и, то есть, вот эта тема, тема матери, тема жизни матери, тема ее, так сказать, душевных переживаний для нас очень была важна, и поэтому мы взяли в постановке столь серьезную и очень, так сказать, всеобъемлющую пьесу. Вы знаете, Василий, тема матери, она близка матерям. Но Карл Чапек, мужчина, написал такой роман. То есть мужчина попытался прочувствовать чувства матери. Вы, мужчина, вы ставите этот спектакль. Какие-то свои мужские черты вы вносите в постановку спектакля? Ну, вот интересно, понимаете, ведь мужчина и женщина – это два разных человека – и, как это ни странно, и они чувствуют по-другому. И то, что чувствует отец, не всегда чувствует мать. То, что чувствует мать, ну, в общем, тут много всяких нюансов. Вы знаете, буквально два слова хочется сказать об истории возникновения этого произведения. Ведь идею этой пьесы как раз подсказала Карлу Чапеку его супруга. Поэтому вот очень правильный вопрос, очень интересный, и я думаю, Василий Алексеевич со своей стороны ответит на него. Ну хорошо, хорошо. С Карлом Чапеком мы разобрались, хорошо. Там нет, жена да. Вела супруга. Я скажу вам, понимаете, естественно, дело в том, что та жизнь, в которой мы живем, независимо от того, мужчина мы или женщина, да, собственно, обстоятельства, которые влияют на всех нас, они одинаково бывают тяжелы для обоих, кажется, полов. Понимаете? Ведь в данном случае те конфликты, военные конфликты, гражданские конфликты, которые происходят по всему земному шару во все времена, так или иначе отбирают у матерей кого? Мужчин, прежде всего. Потому что одни уходят за идеями, вторые уходят бороться с несправедливостью, третий за свободу, четвертый за свое отечество, пятый просто так, потому что очень, денег заработать. Да, денег заработать, очень хочется, наверное, развлечься, поиграть в солдатики. Вот. Но, к сожалению, очень часто при этом забывается о том, что, и это звучит очень мощно в этой пьесе Чапека, о том, что и для жизни нужны мужчины, потому что если все мужчины исчезнут, кто дальше будет
так сказать, помогать женщинам рожать детей и далее, так сказать, строить будущее планеты. Без мужчин невозможно. Вот, да, без мужчин, наверное, господа, без мужчин, наверное, без мужчин, без мужчин, наверное, не получится. Да, нельзя вот. Без них. И очень важная мысль, которая заложена в этой драматургии, которая мне очень сегодня близка, я думаю, она очень актуальна сегодня, что, наверное, ни одна идея не стоит слезы, пророненной матерью. Потому что вот идей много, да, различных идей, но стоят ли они жизни человеческой? Это тот вопрос, который Карл Чапек в своей пьесе ставит, и он очень важен, этот вопрос. И как действовать матери в данной ситуации, потому что, так сказать, либо жертвовать своими детьми, либо не жертвовать своими детьми. Это тот вопрос, который задается данной драматургией, который звучит очень остро на самом деле. Вот, и понимаете как, ну, принести что-то мужское, не мужское. Мы прежде всего пытались осмыслить этот колоссальный материал, который дает большое количество, так сказать, различных подтем, и задает очень много различных вопросов и режиссеру, и артистам, и зрителю прежде всего. Вот. На какие-то вопросы наш спектакль, естественно, отвечает, а какие-то вопросы оставляет открытыми, для того, чтобы зритель, каждый мог для себя решить, как бы он действовал в ситуации, которая освещена в этой пьесе, в этом спектакле, или не действовал. То есть мне кажется просто, что театр, вот Мария Викторовна говорила о том, что есть два направления, да, одно, так сказать, которое призвано проблемы снять с человека, разгрузить его эмоционально и психологически, что очень важно, но мне кажется, что вместе с тем театр, и мне очень радостно, что наш театр идет по этому пути благодаря нашему художественному руководителю, что театр должен также и вопросы задавать, и давать на них иногда какие-то ответы, на темы важные, на темы серьезные, на темы остро стоящие в обществе. Тогда театр нужен, тогда театр актуален, тогда театр – это не просто одно из развлекающих видов досуга. А это все-таки в какой-то мере, наверное, школа жизни. Мне кажется, что если театр станет одним из развлекательных видов досуга, то он просто утратит свою роль в жизни человека. Скорее всего. Поэтому мне кажется, что очень важно и, наверное, очень хорошо, говорю, что в нашем театре все-таки идут параллельно и есть возможность ставить спектакли острые, спектакли нужные, спектакли актуальные, спектакли, затрагивающие социальные вопросы, так и спектакли, конечно, необходимые, которые будут несколько погружать зрителя в легкую какую-то атмосферу, или же в атмосферу, так сказать, человеческих отношений, так сказать, когда мы говорим, допустим, с спектаклями о любви, о верности, о нежности, о каких-то чувствах, то есть не просто смешим зрителя, да, какими-то веселыми историями. Ну, в конце концов, вы не клоуны, чтобы смешить зрителя. Да, понимаете? Это же не цирк. Да, конечно. То есть, понимаете, различные темы, и когда театр охватывает своим репертуаром различные темы, мне кажется, что это очень важно. И вот в спектакле «Мать» мы и постарались затронуть одну из очень таких важных, я бы сказал, ну, такое слово, животрепещущих действительно тем сегодня. И главное, что актуальной во все времена. Да, во все времена. Потому что пока есть человечество, есть родители, там есть очень хорошая фраза, есть дети. Дальше хорошая фраза, мать говорит своему сыну, последнему оставшемуся, мне тысячи лет, дитя мое, много тысяч лет. То есть мы говорим о том, что мать вечна. Во все времена, во все тысячелетия, в различные эпохи матери были матерями, сыновья были сыновьями, и ситуация, к сожалению, никогда не менялась, нет ничего нового под солнцем. Понимаете, поэтому это действительно одна из вечных тем, вечных проблем, но о ней необходимо говорить, потому что, может быть, все-таки однажды найдется какое-то решение, которое будет, так сказать, сохранять жизнь. Василий, по слову пророка Экклесиаста, мир устроен так, что что говорилось, то и говорится, что было, то и будет, ничто не ново под солнцем, да. Но у меня вопрос к вам как к режиссеру. То есть, что было, что сейчас, то уже когда-то было. Но тем не менее, человек наделен разумом, человек наделен чувствами, и он может делать вывод, и он может идти вперед, не наступая на
те же грабли, которые наступили еще вчера. Вы, как режиссер-постановщик, как человек, который может чуть-чуть заглянуть, ну, за ту завесу, за которую не может заглянуть простой человек. Вот я не могу заглянуть, потому что вы режиссер, вам чуть-чуть, вы по-другому смотрите на мир. Как вы полагаете, есть ответы на вопросы? Есть вечные вопросы? Ну, вроде как мы знаем ответы. Они банальны, но мы дали ответ, и ничего не решается. Но, а вот чтобы разрешать ситуацию, ну, чтобы как-то, понимаете, чтобы брезжил свет, чтобы не потонуть во мраке. Знаете, я вам скажу, что да, действительно, есть вечные вопросы, на мой взгляд, есть вечные вопросы. И, по сути, человечество давно знает на них ответы, ведь за всю историю человечества все мировые религии давали ответы на все эти вопросы. Любая религия в своем костяке дает какой-то ответ на вопрос. Философия во многом дает. Многие философы давали ответ. Другое дело, готово ли и хочет ли человечество следовать этим ответам. Ведь мы прекрасно знаем, что для того, чтобы что-то случилось, да, нужно приложить некое усилие. Из ничего не рождается ничего. Вот. И мне кажется, что свет в конце туннеля способен, так сказать, создать для себя каждый человек, если он этого хочет, у него хватает для этого силы воли, или он воспитывает в себе силу воли. То есть, грубо говоря, если мы хотим чего-то добиться, мы должны этого добиваться. Мы должны это делать. Потому что под лежачий камень, мы знаем, вода не течет. И если люди, зная фактически правильные ответы на многие интересующие их вопросы, захотят выйти, как говорится, в светлое будущее, да, они должны к нему идти. Обдуманно, тяжело, но идти. И, конечно, мне хочется верить, наверное, любому нормальному человеку, что в конечном итоге произойдет не только постоянный технический эволюционный какой-то скачок, да, но и глубоко духовный эволюционный все-таки рост человечества в целом, благодаря которому те ответы, которые уже давным-давно, много сотен тысяч лет назад найдены, все-таки обретут свое практическое решение для сегодняшних наших людей и для будущих поколений. Но над этим нужно, наверное, работать и к этому идти каждому из людей. Ну, понятно, если не будешь работать, если утром не хочется вставать и себя не заставишь встать, то кто тебя заставит, правильно? Если ты сам себя не заставишь. Друзья мои, вы знаете, что интересно? Кино не такой древний вид искусства. Театр уходит своими корнями в глубокую-глубокую древность. Но, тем не менее, он по-прежнему остается актуальным наравне с кино. Хотя, говорят, могут сказать, что театр не актуален или еще что-то, но я думаю, что наши телезрители согласны с тем, что театр – это живое общение и глаза в глаза, уста в уста. Как вы полагаете, почему театр, кроме того, что это живое общение, вот он по-прежнему нужен? Он востребован. Ну, как вам сказать? Даже кино уже не так востребовано, а театр остается востребованным. Может, я ошибаюсь? Видите ли, существует много разных версий, теорий, но мне кажется, что живое общение не заменит ни одно техническое решение. Как бы там ни было, существует, я не хочу говорить, что я принадлежу к сторонникам тех групп людей, которые говорят, отвергают кино и говорят, вот театр. Нет, боже мой, кино – это чудесно. Да, это великолепно, и мы знаем потрясающие примеры, да. Великолепнейшие примеры и кинорежиссуры, и великолепные. Но просто смотрите, да. Кино ворвалось, да. В нашу жизнь, но театр, да, не уступает. Но тем не менее, понимаете, когда ведь процесс театрального действия, он непрерывен. Понимаете? Подойдем к этому немножко с более профессиональной такой точки зрения. Да? Ведь театральный процесс общения артиста со зрителем в процессе спектакля, он непрерывен, несет непрерывность характера. Мало того, что это просто живое общение, да, то есть мы видим живого человека в реальном времени, находящегося на сцене и переживающего определенные эмоции, то есть живущего в своей роли в контексте тех обстоятельств предлагаемых, которые происходят в этот момент на сцене. Но при этом всем действие непрерывно.
То есть мы, если мы имеем дело с кино, мы все знаем, да, что кино всегда снимается эпизодами. Да? То есть вот сегодня мы снимаем первый эпизод, завтра 21-й, а позавтра 31-й. Все они происходят, скажем, на одной и той же кухне. Да? Но для того, чтобы у киноактера это своя специфика, и это большая тоже очень сложность в профессии, для того, чтобы войти в то состояние, которое нужно, так сказать, для того, чтобы потом смонтировать единую сцену. Да, сегодня мы с тебя снимаем старухой, а завтра ты будешь мало. Да нет, мы просто тебя снимаем старухой, но у тебя три эпизода в одной сцене в различные дни, в различное время, да, и актеру нужно собраться, вот, чтобы потом можно было, зритель, чтобы поверил, что это была одна сцена, на экране там увидим одну сцену. Здесь мы имеем непрерывное общение артиста со зрителем, то есть вот вышел артист в роли, скажем, Гамлета, да, и он ее прожил полностью, 2 часа или 3 часа, сколько там идет спектакль, да, то есть все 2 или 3 акта он их прожил. Эту роль. И это, понимаете, совершенно другой посыл, совершенно другой заряд энергии, совершенно другое эмоциональное напряжение и совершенно другой градус эмоций, как на сцене, так и в зале. И с этим ничего нельзя, наверное, сравнить по силе, потому что если артисты заставляют, не то, что я не люблю слово заставляют, если они включают зрителя в это события, в эту жизнь, которая кипит в этот момент, в те страсти, в те события, значит, и спектакль имеет успех, и зритель уходит обогащенный этими эмоциями, и этот градус эмоциональный, он будет присутствовать в равной степени и на сцене, и в зале. В таком случае, понимаете, это то действо, то зрелище, то, что ее называют действительно настоящим театром, которое не только запомнится, да, но потом оно останется потрясающий оттенок и, так сказать, след в душе от этих переживаний, потому что это было в жизни человека, который смотрел этот спектакль. Вот переживания забыть сложно. Картинку забыть можно. Можно забыть детали этой картинки. Переживание, которое осталось, оно останется навсегда. Или, по крайней мере, на очень долгое время. И очень справедливо мне хочется заметить, что спектакли, которые ставит наш русский театр, он не навязывает, этими спектаклями не навязывается мнение, не формируется мнение, а позволяется зрителям сделать свой собственный вывод из даже происходящего сегодня. Как вам удается? Не навязывая, грубо, как бывает... Так, как-то так... Без агитации, скажем так, выступать так или иначе. Но это в любом случае политика нашего театра и нашего художественного руководителя Николая Антоновича Кравченко. Есть коллективы, которые считают необходимым навязывать то или иное свое мнение. А есть коллективы, вот как наш, мы не считаем необходимым навязывать. Мы ставим вопросы ребром, мы обращаем внимание нашего зрителя, нашего общества на те или иные проблемы в обществе, в каждом из нас. И каждый человек, выйдя из театра, должен сам сделать выводы и определить, как ему двигаться дальше по этой жизни, как нашему обществу двигаться дальше. Вот, наверное, в этом наша задача, наша миссия. Да, понимаете, дело в том, что ведь самое развитое общество, вот мы с вами говорили, да, о каких-то решениях, ответах, свете в конце, самое развитое общество – это общество мыслящих людей. Мыслящих людей. Если люди мыслят самостоятельно, могут мыслить самостоятельно, да, они свободны. Это самая высшая степень свободы и самая высшая точка, так сказать, степени развития общества, если оно умеет мыслить. Так вот, мне кажется, и вот я согласен с Мариной Викторовной, что очень хорошо и важно, что, чтобы театр побуждал людей мыслить. Потому что давать готовые ответы, ответы могут меняться, вот если люди мыслят. Понимаете, это Высоцкий пел хорошую песню, знаете, там была фраза замечательная. «Не надо думать с нами тот, кто все за нас решит». Да? Это очень простой путь, но чем он заканчивается, мы в истории знаем. Вот. А вот когда люди мыслят самостоятельно, принимают решения самостоятельно и учатся этому, а это очень сложный процесс, как мы знаем, да? В общем-то, вырастить поколение мыслящих людей. Вот, очень просто угробить, а вот вырастить мыслящих людей очень сложно. И если театры помогают этому, ну, вот своими спектаклями на различные темы, какие угодно, это, мне кажется, очень важно. Да, но мыслящее общество, оно не всегда удобно определенным кругам, потому что оно мыслит, понимаете? Поэтому иногда и стараются, чтобы общество не мыслило, а чтобы оно просто шло. Но
Я с вами согласна, Василий. Я думаю, что наши телезрители тоже согласятся с тем, что действительно, если мы мыслим, то мы и правильно будем идти. Даже если где-то заблудимся, то все равно выйдем на правильную дорогу. Но вот наши гости, они помогают. Мариночка, у нас есть еще 2 минутки. Будьте добры. Итак, перспективы на ближайшее время. На перспективах, да. Да. У нас всего 2 минутки. Начался новый театральный год. И начался он для нас, для нашего коллектива, с репетиции нового спектакля. Спектакля, который называется «Эти свободные бабочки». Автор Леонард Герш. Это мелодрама. Мелодрама для молодежи в первую очередь. Мелодрама, затрагивающая очень разные темы. Многослойный материал. Очень глубокий, очень философский, очень интересный будет для нашего зрителя. И буквально еще минутку Иосифа Васильевича как режиссера этого спектакля. Да, вы знаете, вот мы как раз говорили действительно о том, что театр обращается к различным темам, к различным чувствам. И вот сейчас к различным возрастам. К различным возрастам, да, поколениям. Я очень рад, что сейчас у меня есть возможность ставить спектакль по хорошей очень пьесе, на самом деле очень светлой пьесе Леонарда Герша, которая называется «Эти свободные бабочки». Понимаете, очень интересный материал и замечательная тема. Тема о необходимости веры в себя. Это история о слепом молодом человеке, слепом от рождения, который пытается найти свой путь в этой жизни, поверить в себя, поверить в свои силы, творческие силы, жизненные силы, мужские силы, и найти в себе мужество идти по жизни дальше с открытым сердцем и с открытой душой. Вот. Конечно, там присутствует тема любви, конечно, там присутствует тема жизненных каких-то проблем и переживаний. И я с удовольствием приступил к этой работе. Мне очень хочу надеяться, что, как говорится, даст Бог, у нас получится интересный спектакль, который будет интересен нашим, прежде всего, молодым зрителям. Я тоже так думаю, и я думаю, что этот спектакль будет иметь успех и будет способствовать к осмыслению всего происходящего. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях были режиссер-постановщик Русского Николаевского академичного художественного театра Василий Цымбал и Марина Васильева, заведующая литературно-драматургической частью Русского театра, актриса. Друзья мои, мы вам советуем мыслить. Це була розмова на тему. На все добре.